Приветствую, друзья. Медитация у меня называется такая, чтобы научиться в слове выразить суть, всю суть мироздания, сначала научитесь думать ни о чем. Для этого повспоминайте вечность и время от времени звездную ночь и бесконечность. И наступает состояние, когда вы никому ничто не должны и никуда не спешите, потому что у вас времени бесконечность. В этой минуте соединяется у вас свое личное с ритмом вечности. Это в нирване безмятежности, к решению любой волнующей вас проблемы, подключается в потоке миллион добровольных ассоциаций, помощников ваших в русле темы, и ваши задачи легко решаются. Да, друзья, а если вы еще соедините с этим ключевое одноминутное дыхание, то получится, что вы буквально за несколько таких повторений научитесь думать так, что будет доминанта из любого стресса переключаться, вы будете выходить в нулевое состояние безмятежности, и там любую проблему свою личную легко решать. Да, друзья, вот такая у меня медитация. До встречи.